Всем привет, с вами Михаил, канал Rolling Moto. Как вы видите, у нас вся студия завалена всякими разными штуками всех цветов и оттенков. А все почему? Потому что в разгаре сезон. А поэтому количество клиентов в наших салонах, а также в наших сервисах выросло в разы. И все, что вы здесь видите, это лишь малая часть того, что продается в наших салонах, либо используется в нашем мотосервисе за срок, не превышающий неделю, а возможно это даже и за день. Все мы знаем, что в сезон лучше подходить на подготовленной технике, лучше этим заниматься, пока холодно и кататься не очень хочется. Кстати, если у тебя нет гаража или ты не хочешь всем этим заниматься, в наших сервисах с удовольствием помогут тебе обслужить, установить любые тенячки, отремонтировать твой мотоцикл, как китайского, так и в принципе любого другого производства. Как внедорожные, дорожные, круизеры, чопперы, вообще любые. Звони, обращайся, всегда с удовольствием поможем. Но даже если ты в сезон вошел на подготовленной технике, все мы знаем, что может произойти после какой-нибудь хорошей гонки, либо просто активной покатушки где-нибудь в неизвестном месте, либо в высоких горах. Страдает, в принципе, все, что угодно. Это могут быть сиденья, пластик, какие-нибудь подножки, ручки и так далее. И поэтому очень важно знать, где ты можешь приобрести все, что тебе может понадобиться. Я думаю, многие даже не догадываются о том, сколько всего интересного и необычного есть в наших мотосалонах, того, что касается обслуживания и ремонта мототехники. Поэтому сегодня об этом и поговорим. В разгаре сезона очень часто страдает пластик, как его отдельные элементы, так и частенько многие из них, либо целиком. А многие просто хотят обновить свой пластик в разгаре сезона, поставить какой-нибудь новый, модный, блестящий. В нашем салоне представлен широкий ассортимент пластиков, например, производство итальянской компании AirTech, а также известной европейской фирмы Polysport. Пластик продается как частями, так и по отдельности. И помимо каких-то стандартных расцветок существуют всякие веселые и нарядные. Такие, например, как вот этот вот дичайший розовый цвет, просто бомба, пушка. Также безумно популярный серый цвет пластика существует для многих моделей мотоциклов, поэтому звони, пиши, на твой мотоцикл обязательно подберут пластик подобного цвета. Также из интересных цветов есть вот подобный, очень яркий и заметный, и самое главное нарядный цвет, неоновый желтый. В данном случае это у нас для мотоциклов КТМ, но, как я говорю, помимо КТМа, пластики есть на любые мыслимые модели мотоциклов. Звони, пиши, если даже чего-то нет в наличии, постараемся для тебя привезти. Также в цвет пластика всегда можно подобрать грипсы. Грипсы любые, как, например, в данном случае производство AirTech. Это грипсы системы Locon. Есть обычные грипсы AirTech, вот такие, например, желтые. Помимо AirTech еще куча разных производителей, подешевле, подороже. И, как всегда, Locon можете подобрать в любых цветах. Обычные грипсы на любой вкус и цвет, кевларовые, какие угодно. Подбирайте как под пластик, так под цвет формы, так и, в принципе, по любому вашему пожеланию. Грипсы разлетаются в лед, потому что, помимо визуальной составляющей, они регулярно страдают в результате внедорожных покатушек. Также в процессе покатушек и всяких гонок страдают. Страдают такие вещи, например, как сиденье. Как поролон в сиденье, так сиденье целиком. И самое частое это выходят из строя шкурки, так называемые чехлы на сиденье. Поэтому в нашем ассортименте всегда представлены чехлы на сиденье производства AirTech и не только. Сиденья в сборе, такие, например, как вот это вот сиденье моднейшее производство Twin Air, также на многие модели внедорожной техники. Периодически требуют замены троса на ваших мотоциклах. Трос сцепления, трос газа. Мы об этом позаботились. Всегда у нас в наличии тросы производства All Balls, Prox, а также оригинальные тросы на китайские мотоциклы. Тросики вы можете подобрать, в принципе, на любую модель мотоцикла. Если чего-то не найдете, для вас обязательно это закажут и привезут. Ну а если в разгар сезона у вас выходит из строя, либо ломается любой из органов управления, такой, например, как рычаг или педаль тормоза, либо рычаг сцепления, всегда в наличии есть куча возможных вариантов. Например, подобный недорогой комплект производства SM Parts, в данном случае для КТМ. Также есть в наличии заменители OEM рычагов для японской и европейской техники производства DRC. Отличные рычаги, часто дешевле оригинальных. И если хотите что-то помоднее, чтобы оно в дальнейшем не ломалось и радовало вас своим красивым внешним видом, есть куча разных производителей, которые производят комплекты рычагов, рычаги по отдельности. Как пример, отличный набор производства Z. Компания Z также производит моднейшие лапки заднего тормоза для любых моделей мотоциклов, шипастые, на подшипники, вообще просто бомба. Помимо педалей заднего тормоза, компания Z предлагает также отличные подножки водителя, в данном случае цветные для разных моделей техники, шипастые.
Если вам нужно что-то попроще, например, заменитель OEM подножкам, компания DRC, это, кстати, подразделение той же компании Zeta, предлагает отличные заменители OEM подножкам. Они бывают как выше, ниже, шире, либо уже стока, то есть, в принципе, на любой вкус и цвет. А также в наличии есть производство той же компании DRC, пины и пружины для подножек всех типов мотоциклов. Ну и, конечно, помимо тех деталей, которые ломаются, выходят из строя, либо просто хотите, чтобы у вас стояло что-то красивое и блестящее, никогда не стоит забывать о периодическом обслуживании. Периодическое обслуживание подразумевает под собой замену масла, замену фильтров и прочие всякие текущие вещи. Что касается масла, у нас широко представлена линейка Матюля, то есть все, что может вам понадобиться, у нас обязательно в наличии будет. Это двухтактные масла, четырехтактные масла, масла для вилок, всевозможные смазки, тормозная жидкость, антифриз, все, что вам может пригодиться. Широко представлена продукция Айпон, тоже все масла, все смазки, очистители всегда в наличии есть. Про Максиму я даже не говорю, широчайший ассортимент, все то, что вам может в голову прийти, все есть. Смазки, очистители, пропитки и так далее. Всегда все есть, обращайтесь. Все вам подберут, посоветуют, предоставят. Всегда в наличии воздушные фильтры производства Hi-Flo и Twinera, не считая оригинальных производителей, например, для китайских мотоциклов. Twinera – все мыслимые модели любых размеров практически на все выпускаемые мотоциклы. Также Twinera предлагает, например, вот подобные удобные штуки, которые облегчат вам процесс обслуживания. Например, захотите помыть фильтр-бокс, этой крышкой удобно закрывать, чтобы ничего не залетело внутрь. Также от Twinera сеточки в бак. Отличная штука для того, чтобы фильтровать грубый мусор, который может попасть из бутылки или из канистры, если где-то в поле заправляетесь. Чтобы воздушный фильтр приходилось обслуживать пореже и затрачивать на это меньше сил, также можно использовать чехлы на воздушный фильтр производства Twinera. Они задерживают самый грубый мусор, который имеет свойство налипать на пропитанный фильтр. И тогда вам мыть и чистить его будет намного проще. Что касается воздушных фильтров, один такой полезный лайфхак. Всегда лучше иметь как минимум два фильтра. Пока один вы помыли, он у вас сохнет. Второй лежит у вас почищенный, пропитанный. Вы сразу ее можете вкинуть и кататься до тех пор, пока второй у вас в процессе обслуживания находится. Также всегда в наличии масляные фильтры производства Twinera и Hi-Flo. Тоже на широчайший круг моделей мотоциклов всегда сможете себе подобрать именно то, что вам нужно. Что касается тормозов, то в наличии всегда есть тормозные диски на любые модели мотоциклов. Помимо оригинальных заводских дисков на китайскую мототехнику, всегда есть диски производства Pro-X на любые мотоциклы европейского и японского производства. Помимо Pro-X также есть другие бренды. Обращайся в магазин, тебе подскажут, помогут и определят тебя в твоем выборе. Для тормозных дисков всегда требуются колодки. Колодки – это расходник, поэтому колодки есть также всегда. Представлены колодки производителя Rental любых размеров и фасонов, даже вот такие малыши – это на КТМ 50 кубов. Колодки Pro-X пользуются отличным спросом, долго ходят, отличный выбор. И огромное количество колодок производства Gold Friend тоже на любые модели мотоциклов под разные задачи, дорожные, внедорожные. Всегда сможешь подобрать что-то для себя нужно и полезно. Здесь на стол уже не влезло, но, конечно, всегда в наличии есть куча цепей, как в коробках, так и в бухтах. В бухтах это значит, ты приходишь, говоришь, сколько тебе нужно звеньев, либо тебе подскажут и отрежут столько, сколько тебе нужно, любую нужную для тебя модель. И под цепи, конечно же, есть звезды, передние, задние, на питы, на мотоциклы, под любые задачи. Для более глубокого обслуживания, например, подвесок, либо прогрессии, это, конечно, лучше производить не в сезон, но все же. Тебе отлично пригодятся, например, наборы пыльников и сальников производства Атена, также для любых моделей вилок, для любых, в принципе, мотоциклов. Помимо Атена есть сальники SKF и пыльники, а также много других вариаций, также оригинальные на, например, подвески китайских производителей. Ремкомплекты прогрессии представлены производителями Pro-X, а также All Balls. В принципе, тоже много моделей, на которые представлены. Всегда можешь попросить что-то, чтобы для тебя привезли, и это было в наличии. Ну что, кучу всего вам показали, еще куча того, что не показали, что есть на полках, поэтому заходите на сайт, интересуйтесь, смотрите в салонах, куча всего, вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Также очень важно не только в сезон, но и в межсезонье иметь какой-то определенный запас расходников и комплектующих. Конечно, не такие цветные, блестящие, как пластик и модные подножки, например, но, например, масла, фильтры, колодки и так далее, всегда лучше иметь про запас, особенно учитывая текущую ситуацию. Если купите сейчас, вы потом очень
этому будете рады. Если остались какие-то вопросы, всегда задавайте комменты. Если хотите о чем-то из вышеперечисленного увидеть подробный обзор, всегда для вас снимем, если еще не снимали. Ну а с вами был Михаил, канал Rolling Moto. Увидимся в следующих видосах.